Профессия учителя остается одной из древнейших профессий, но продолжает оставаться востребованной и на сегодняшний день. На прошлой неделе в городском доме культуры прошла церемония чествования педагогов, посвященная Дню учителя. Учитель – одна из самых почетных и в то же время ответственных профессий. В руках этих людей самое ценное, что есть на земле – дети. И от того, как их воспитают, какие знания и навыки им дадут, зависит наше будущее. В преддверии Дня учителя поздравил славянских педагогов глава Славянского района Роман Синеговский. Сегодня благодаря вам подрастает замечательное поколение активных, умных, креативных, хорошо образованных ребят. Их успехи – это ваша заслуга, ваш вклад в будущее Славянского района. Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с праздником. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи. С праздником! Почетное звание «Учитель» в нашем районе носит около 1500 человек. Учителя школ, преподаватели профессиональных и высших учебных заведений, тренеры спортивных школ, учителя дополнительного и дошкольного образования. Всех этих людей объединяет безграничная преданность выбранной профессии. Учитель – это вторая мама в классе, она всегда поддерживала нас. Учитель – это очень-очень сложная профессия, требует очень много внимания. Я желаю всем учителям очень крепкого здоровья, потому что на детей много внимания, усилий требуется. Благополучия, семейной доброты, семейного уюта и счастья. Очень тяжелый труд у учителя. Это очень тяжелый труд, очень с детьми. Тяжело им, конечно. Учителя, это, наверное, люди такие одаренные, которые, у которых что-то есть в душе, которое они могут поделиться с чем-то. Учителям здоровье, терпение, образованных учеников и понимающих родителей. Педагоги района в этот день в ГДК принимали поздравления от главы района Романа Синеговского, председателя районного совета Григория Литовки, председателя районного комитета профсоюза работников народного образования и науки Зинаиды Колотенко. Разрешите мне от имени депутатов совета поздравить вас с этим замечательным праздником, Днем Учителя, пожелать вам всем крепкого здоровья, счастья, успехов. Мы знаем, что самое дорогое, что у нас есть дети, и они находятся в надежных руках. Вы отдаете нашим детям частичку своей души. И уверен, что вам это вернется сторицей. Я желаю, чтобы ваши ученики радовали вас только своими достижениями. Наградами в этот день были отмечены лучшие представители отрасли образования, культуры и спорта 2015 года, добившиеся значительных успехов в своей области, воспитавших победителей краевых и всероссийских конкурсов. Всем тем, кто свою жизнь посвятил благородному и благодарному делу учить детей, получили почетные грамоты, премии и цветы. По традиции, в конце церемонии награждения было названо имя педагога-легенды. Им стала Раиса Воробьева, которая отметила полувековой юбилей трудовой деятельности. Завершился праздник большим концертом. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителю, прошло и в Петровском сельском поселении. Поздравить петровских педагогов также приехали почетные гости. Дорогие наши учителя, дорогие наши педагоги, воспитатели, тренеры, ветераны педагогического труда, я всей души вас поздравляю с праздником. Хочу сказать спасибо за преданность профессии, за то, что благодаря вам сегодня растет новое поколение наших ребят. Лучшим педагогам были вручены памятные подарки и цветы, после чего творческими номерами виновников торжества поздравили лучшие коллективы Славянского района. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Игорь Ванчугов. Программа «События».